Рада на неделе рассмотрит Госбюджет 2018. Профильный комитет уже готов к рассмотрению проекта Госбюджета. На текущей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит блок законопроектов государственного бюджета на 2018 год. Об этом сегодня на согласительном совете руководителей фракции председателей комитетов заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Передает РБК Украина. У нас стоит блок, наверное, самый важный на этой неделе, это блок вопросов государственного бюджета Украины. Хотел бы подчеркнуть, что это первое чтение, но для того, чтобы сохранить бюджетную дисциплину, нам необходимо было его рассмотреть, но, к сожалению, политические аспекты, которые у нас были, оттянули рассмотрение в первом чтении, заявил Парубий. Председатель парламента отметил, что профильный комитет уже готов к рассмотрению проекта госбюджета. Кроме того, на этой неделе Рада рассмотрит вопросы аграрной политики, законопроект о государственных символах и проект закона 6265, который касается одного из этапов реформы парламента. Напомним, Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет на 2017 год. По материалам сайта newsgro.com.